посмотрим. Далеко ли мы проедем эти автомобильчики? Ну, колеса мощные, мощные. Так, ой-ой-ой. Бензин закончился. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы начинаем играть в игру «Машинки против зомби». И у нас есть такой вот автомобильчик. Давайте поедем, посмотрим, испытаем этот автомобильчик. Так, смотрим, едем. Один зомбак у нас был, и у нас заканчивается бензинчик. Так, давайте отправимся в гараж и купим бензин. Ага. Так, сколько у нас денег? Так, ох, нифига. Давайте немножечко вот столько бензинчика купим. И хотел бы я еще купить... А, 2300, нифига стоит автомат, дорого очень. Давайте улучшим колесо, конечно же. Вот такое купим за 50. Даже за 500 мы возьмем. Вот это будут колеса. Ой-ой-ой, смотри, какой у нас автомобиль стал мощным. Так, посмотрим. Далеко ли мы проедем в автомобильчике? Ну, колеса мощные. Так, ой-ой-ой. Бензин закончился. Да, проехали мы не слишком много. Но ничего страшного. А мы еще катимся, смотри. Все, остановились. $500? Ох, нифига, нормально. Давай тогда бензина полностью на все деньги купим. На 700. Во, потратили все деньги, но зато наш автомобильчик с полным баком практически купим. Вот. Так, за каждого зомбака мы получаем немножко денег. Но они так нам мешают. Ой-ой-ой, скорость теряем. Все. Закончили поездку. Тысячи долларов нам дали. Нифига себе. Давай купим тогда. Ага. Вот этот движочек купим. Так, на этот не хватает нас на 2500. Ну ничего страшного. Сейчас проедем. Да, посмотрим. Сейчас проедем. О, намного скорость. Ух ты, $150. Нифига себе. Смотри, наша машинка какая быстрее стала. Нормально, колесики крутятся. Давай еще немножечко бензин. А, все. Практически не доехали. 1500 мы заработали. У нас теперь 2600. Сколько он стоил? 2500. Давай купим вот этот двигатель. Вот этот он мощный будет. И сейчас мы его испытаем. А можем ли мы купить? Нет, мы не можем купить еще бензинчика. Ладно, отправляемся. Вот это скорость, смотри. Самый максимально у нас раскрученный двигатель. Самый крутой. Нам нужно доехать до точки, где нас заберут на вертолете. Сейчас посмотрим, доедем или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бензин уже мигает лампочка. Не знаю, доедем или нет. Нет, не доехали. Ну, 2000, 2000 мы получили. Давай, знаешь, что улучшим? Я хочу улучшить... О, трансмиссию купим. Двойная трансмиссия. Так, и четверная у нас пока нету. 3000 долларов. Но зато мы можем немножечко купить... А, мы полностью купили, смотри, бензобак, вообще полный бак у нас теперь. Ну, теперь, я думаю, мы далеко доедем. А ну, смотрим. Ну, скорость прям с трансмиссией стала лучше, быстрее стали. Давай, зомбачки. Еще немножко, давай. Ох, тебя вас трое штук вот здесь. Я же вас в прошлый раз уже... Мне нужна пушка. Я сейчас куплю пушку, наверное, а может нет. Все. Они хотят мои мозги съесть. $6000 я заработал. Нифига, пушка сколько стоит? 2300 всего лишь. Так, давайте купим полностью на все деньги. Автоматик. Так, он у нас будет автоматически стрелять, наверное. Да. Ой, как хорошо, смотри. Нифига себе, я просто я еду, и мне это зомби ничего не могут делать. Кончились патроны. Ё-моё, я думаю, почему не стреляет? Патроны-то закончились. Давай еще немножечко, надо доехать. Ой-ой-ой, мы не смогли сопку эту. А, подняться в горы не смогли. Так, что нам нужно еще купить? Ребята, давайте трансмиссию купим. 3000, как раз деньги у нас есть. А вот эта штука сколько стоит? 1500. Покупаем и максимально мы раскручиваем его. Это у нас турбо. Окей. Так, а турбо как включить, интересно, турбо? Сейчас я попробую включить турбо. А, вот как, смотри. Давай, ух ты, 350 баксов. Вот, турбо будет лучше у нас. Ускорение. Сейчас мы заедем
просто кнопку эту. А, турбо кончилось уже, ё-моё. Так мало турбо было, оказывается. Да, так мы доехали, ребят. Практически доехали, ну не знаю точно. Так, в сельской местности я выбираю. И выбираю я машинку свою. Знаешь, какую я сейчас выберу машинку? Вот эту вот. Дизелёк. Дизелёчек. Правда, она у меня... Тоже я её сейчас купил. Она у меня не прокачанная. Сейчас посмотрим, как она вообще тут проедет. Нет? Ох, ё-моё. Это вообще нормально для машины так вот? Едешь-едешь и переворачиваешься. На каком-то мосту маленьком. Колеса как будто висят в воздухе. Да. Чувствуется, что не хватает мощности у двигателя. Просто не хватает. Ладно, поедем сейчас. Ах ты, ё-моё, я забыл. Там можно какой-нибудь гаджет же установить еще на машинку. Ладно, сейчас мы проедем без гаджетов. Попробуем, постараемся. О! Да, вообще она у меня никакая. Никакая. Все машинки в Hill Climb Racing ни о чем. Пока их не прокачаешь нормально. Вот, они вообще, ну никакие. Никакие. Все, перевернулись мы. Разбились. Так, Эльципа против Зломбира. Но мне еще один удар ему сделать надо. О. Опа. Конечно. Есть ударчик. 26 тысяч, кстати, он нам дал. Фиг его знает, как там управлять. Ну ладно. Как управлять этим червем? Червяком. Непонятно. Мне кажется, я что-то не так делаю с червяком. О, давай, давай, еще прыгаем, прыгаем. Раз, два, три. А рано что-то мы прыгнули в воздухе, мне кажется, мы прыгнули. О, да, прыгалка. Но, ё-моё, вы чё мне не дали прыгалку допрыгать? А здесь, кстати, я заметил, что вообще никто не попадается. Не прыгалка, никто, а только одни эти червячки. А, нет, есть. Раз, два, три. Ну, мало их, мало, конечно, мало. Ребята. Вот попробуйте. О, Гэндальф, Гэндальф, Гэндальф. А, профукали, профукали Гэндальфа. Ну ладно. Так. О, еще немножечко. Еще, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Играем нуб против про. Играем за читера. Давайте посмотрим, пройдем каточку. Заработаем бабулесов. Здесь читеру мешают вот эти вот различные птички. Я бы так сказал бы, что это может быть даже не птички, а летучие мыши. Ну и по сюжету здесь мы проходим вот таким вот читером, который летает. Ну не особо как бы летает, его колбасит. А в разные стороны. Но пытаемся как-то уворачиваться от вот этих вот созданий, которые его хотят съесть. Ну, стараюсь как-то убивать их несколько штук за раз. Получается не всегда, конечно, но получается, конечно. Интересно, они анимировали вот этого чудака, который... Просто ходит. Ого! Что-то здесь прям много их стало, смотри. С разных сторон прям. Фига себе. Так, половину пути мы прошли, ребята. О, и дошли до какого-то места. Где это мы?
Замок, ребята, это в аду адовый замок был. 310 долларов. Вот это я понимаю, уже хорошо. 590, что возьмем? Я бы, конечно, ботиночки прикупил бы, ребята. В любом случае, увеличение скорости это круто.